Дорогие друзья, ну, в самом начале нашего концерта я, немного людей было, мы раздавали талончики. У всех эти талончики здесь? Не слышу. Вот, молодцы какие. Я сейчас приглашаю сюда на сцену телерадиоведущую медиахолдинга «Прибой» Екатерина Любимова для проведения этого розыгрыша. Катюш, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень радостно видеть вас в этом зале. Конечно же, вижу не всех, но тем не менее, я видела вас у входа. Я знаю, что вас очень много. И очень рада оказаться на этой сцене. У нас с Алексеем два подарка для вас. И поэтому мы сейчас с удовольствием проведем для вас очень быстро конкурс, чтобы вы не устали и вновь видели на этой сцене Кристину. Нам нужен свет в зале. Да, можно, наверное. Включите, пожалуйста, свет в зале. Мы хотим вас видеть. Я думаю, нам надо быть ближе, может быть, мы можем выйти? Можно и отсюда, в общем-то. Можно и отсюда. Так, и отсюда. Так, нам сейчас потребуется два человека, самых быстрых, самых смелых, тех, кто хочет получить подарок. Вот прям два человека ждем на сцене вместе с Алексеем. Мальчик и девочка. Вот бежит. Ничего себе, девочка быстрая. Быстрые ноги. Беги сюда ко мне. Вставайте рядом. Как вас зовут? Почему? Патимат. Нам нужен Магомед. Не факт, что он Магомед, но все равно приятно. У вас концерт после Кристины, да, я так понимаю? Вас как зовут? Меня Магомед зовут. Смотрите, друзья, мы с Алексеем придумали такое задание. Сейчас нам нужно будет, чтобы вы угадали песни, о которых мы вам расскажем. Хорошо? То есть задание на скорость. Пожалуйста, расскажите нам, ну или напойте песню, текст песни, слова, которые звучали в последней песне, перед тем, как Кристина после первого блока ушла за кулисы. О чем была песня? Вот только что песня звучала, ну. Ногам твои алмазы. Нет, это было бы неплохо, конечно, но песня была другой. Что там у нас? Я знаю, по горным дорогам, по горным дорогам. Спешите на свадьбу мою, Магомед. А? По волнам. Не, на восток. Море волнуется раз, да? Похлопайте громко, если она права. Море волнуется раз. Хорошо, у нас буквально только что образовался целый один балл у нашей прекрасной участницы. Следующая песня, пожалуйста, Алексей. У меня, у Кристины есть одна песня, и называется она, я не буду говорить как, но там есть такие слова. «Красный лак». А, есть, да. Мы сейчас хотим, чтобы вы чуть-чуть напели название. «Красный лак», «Черная помада». Браво! И она знает эту песню. Не, ну, Магомед, нельзя так просто, нельзя вот прямо сейчас с третьим заданием не справиться, иначе мы вам так громко хлопать не будем, как так, когда вы поднимались на сцену. Хорошо. Знаете, песня такая шикарная, о частях тела. Очень популярная песня, кстати, на свадебных мероприятиях. Дай мне руку. А это было уже после того, как она назвала. Можете напеть буквально, можете напеть чуть-чуть. У меня голос пропал. Дай мне руку, мою любовь, чего-то там. Чего-то там, давайте поаплодируем нашей Патимат. Мою любовь, чего-то там, поверим. Но тем не менее, извините, конечно, но я Патимат победила. Кристину. Давайте Магомеду похлопаем громко, очень мы его провожаем со сцены. Аплодисменты! Спасибо. Магомед, спасибо! Патимат, а вам мы дарим чудесный подарок в виде вот такой сумочки от нашего спонсора. Это магазин «Миршуб», «Золотое руно», город Хасавюрт. Замечательный спонсор, замечательный, красивый, яркий атрибут теперь есть у вас от нашего спонсора. Спасибо! Я хочу поздравить свою сестру Хадишку, у нее сегодня день рождения. Хади, эта сумка твоя! Наши поздравления, Хадижат, и вам. Мы тоже, пользуясь случаем, поздравляем Хадишку с днем рождения, да? Я думаю, еще двоих. Побыстрее. Давай. Еще пара. Еще двое. Еще один Магомед. Нам нужен еще один Магомед и Патимат. Ну, можно другие. Ну, бегите, а что вы? Кто ж будет знать-то? Кто первый поднялся, того и сумка. Серьезно, слева одни парни выходят. Справа один. Есть один. Есть один. С этой стороны ждем девчонку. Вот она, наша красавица.
Беги сюда к нам. Вот она. И знает же, что красивая. Здравствуйте, как зовут вас? Арсен. А вас, мой добрый друг? Диана. Арсен и Диана. Итак, смотрите, как будем? Задание очень простое. Вам нужно на скорость назвать песни. Те песни, которые вы знаете в исполнении нашей Кристины. Прям по очереди. Арсен, с вас начнем. Подождите, стойте. Нам нужен временной тайминг. Предположим, секунд 15. Хорошо. И каждый из них 15 секунд считаем вместе. Хорошо. Поехали. Бала. Тихо-тихо, балы хватит. Бала. Дальше. Время следующий. Идет. Нет. Давайте сначала. Давайте. Вот я засекаю 15 секунд. Сколько наговорите за 15 секунд? Все ваше. А мы считаем. А я считаю, да. Бала. Поехали. Дай мне руку. Море волнуется. Поцелуй. Красный лак. Восточный. Время. 8. 5. 5. 5. 5 песен. Дианочка, вы. Так. Бесамучо. Счастье, бала, украл твое сердце. Сердце тобой одним живет. Посмотри, дай мне руку. Красный лак. Стоп! Она знает больше. Арсен, я думаю, что проиграть женщине, девушке прекрасной. Спасибо это большое, совсем, Арсен. Это даже престижно. Настоящий джигит. Посмотрите, гордый. Ну а мы с огромным удовольствием вместе с нашим замечательным Алексеем Тимохиным вручаем вам подарок от Золотого Руна Миршуб. Это наш спонсор. Носите на радость. Спасибо, Катюша. Я Спасибо. Уверен, что мы еще увидимся в следующем антракте. Сейчас мы будем продолжать. Погасите свет, пожалуйста.